Токмаков Евгений, дисциплина Вейсбург, призер местных соревнований по Вейсборгу. Ярлов Сергей, дисциплина водные лыжи, New School, олимпийский учредитель Вейсборга Ричмонд, инструктор по фристайл акробатике в школе Прайд. Кататься на водных лыжах Сергей начал около месяца назад, и уже такие успехи. Дорогие друзья, буквально через несколько минут прогулочная работа у нас пройдет, и мы продолжим показательные выступления ребят. Ребята достойно выполняют все прыжки, соответственно, все сложные трюки. Мне помочь? Не надо, он сделал его. Надо поехать. Спасибо.